Приветствую вас. Я думаю, что вам нужно, ну или полезно будет изучить тему сценариев родительской. Вот просто, что такое родительский сценарий? Изучив эту тему, тему родительского сценария, вы, вероятно, смогли бы лучше отдавать себе отчет в том, что происходит с вами. То есть, если вы вот как-то, ну, чувствуете, что кто-то руководит вашей жизнью, если вы так чувствуете, если вы так ощущаете, да, то очевидно, что руководит вами кто-то, ну, извне, да, то есть что-то или кто-то руководит вами извне. И если кто-то или что-то руководит вами извне, то, ну, вероятно, нужно поисследовать этот момент. То есть, что руководит? Там, почему руководит? Вот. И поисследовать, откуда это у вас вообще взяло, да, то есть кто это, во-первых, кто это делает, кто руководит, да, там, может быть, это папа, может быть, это мама, может быть, это кто-то еще. Вот, и, соответственно, определить, когда вы думаете своими мыслями, а когда вы думаете там мыслями своих, например, родителей. Вот. И, соответственно, после этого уже можно будет о чем-то говорить. После этого уже можно будет проводить некую работу. Вот. И, соответственно, если вот вы это для себя увидите, то вам будет гораздо проще, и вы сможете понять вообще, вот, чего вы хотите от жизни сами, чего хотите от жизни сами, и чего хотят от жизни, к примеру, ваши, там, допустим, родители, вот, что они хотели от вас, ну и так далее. То есть, это вот такой момент, который нужно поисследовать. Вот. Вот так примерно. То есть я понимаю, что чувствуете себя потерянным. Я понимаю, что вы не ощущаете, что вы хозяин своей жизни. Я понимаю это. Прекрасно понимаю. Вот. Ну, здесь нужно исследовать этот момент, и нужно работать над тем,
чтобы освободиться, чтобы освобождаться. Вот. Зачастую для этого используется транзактный анализ. Если вот мы говорим именно о том, что ваша жизнь складывается как-то не так. Вот. Зачастую мы говорим о том, как мы говорим о том, как вы взаимодействуете со своими чувствами. То есть это вот тоже такая очень важная вещь, ну, это очень важно вот понимать. Данный момент отдавать себе отчет в нем. И вот, соответственно, так. Дальше. Значит, точнее, куплю свою жизнь. Ну, есть, опять же, сценарий такой, который, в принципе, так и называют тупик, например. Вы можете поисследовать этот сценарий сами. Ну, почитать, можете почитать о нем в интернете. Вот. Кто-то из родителей, кто-то из ваших близких заложил вам такой вот программу самоуничтожения. Вот. Немного не мало. Программа самоуничтожения. Вот. И соответственно, вам опять же. Желательно выйти из этого состояния, вот, чтобы, ну, было легче, чтобы было понятнее, и так далее, вот, учиться отделять, как бы, вот, свои чувства, да, учиться отделять свои эмоции, да, от, соответственно, ну, от, соответственно, эмоций других людей, вот, то есть тут такая вот история. А вот, соответственно, то, что я могу вам сказать сейчас, на данный момент, по крайней мере. На этом все, я полагаю. Значит, если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку, эти вопросы. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен вам, если вы его сделаете лучше, если вы сделаете лучше мой ответ. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ваша ситуация разрешится. Кстати, по поводу потери тяги к жизни,
Довольно интересный момент. Дело в том, что тяга к жизни обратно пропорционально стремлению губить свою жизнь. Да? То есть, что я имею в виду? Чем больше вы следуете направлением извне и проектом, тем меньше у вас возникает желание жить, потому что сознание вас защищает. Просто защищает. Чтобы вы не испытывали излишних разочарований по этому поводу. Типа, что вы чего-то хотите, да, а возможности, такой возможности у вас как бы нет. Нет возможности реализовать это. Вот чтобы не переживать, да, по этому поводу, не мучиться по этому поводу, вот, ваше сознание вас, по сути дела, оберегает. И надо сказать, что, в общем-то, правильно делать, что оберегает. Потому что не оберегает у вас, и было бы вам куда как хуже. Вот. На мой взгляд, с точки зрения профессиональной психотерапии, выглядит это вот примерно, примерно так, в таком ключе. Вот, так что я желаю вам выбрать себе специалиста, вот, своего специалиста, с которым вы могли бы которым бы вы могли проработать все аспекты, вот. И, соответственно, после этого ситуация станет лучше. Вот так. На этом, значит, все. Я надеюсь, что он помог вам. Если у вас остались вопросы, как я и говорил, обращайтесь в личку, буду рад помочь. Вот. Желаю вам всего самого доброго и удачи.